Здравствуйте, я Евгений Папанаишвили, и сегодня у нас с вами очередной урок. Будем мы с вами учить танец ча-ча-ча. Это один из самых популярных латиноамериканских танцев, очень позитивный, эмоциональный, зажигательный. Я уверен, у каждого из вас получится. Я объясню вам самые простые, самые основные элементы. Этого будет достаточно, чтобы уже затанцевать, чтобы у вас прям сегодня, с первого урока, по этому направлению, по этому танцу, все получилось. А вместе со мной сегодня моя ученица Ирина. Ирина, вы готовы? Прежде всего, первое упражнение, которое сейчас точно позволит вам почувствовать ритм и понять вообще принцип движения в танце ча-ча-ча. Станем, пожалуйста, ровненько, ноги вместе, спинки ровные. И сейчас поставьте, пожалуйста, руки в сторону. Просто такое упражнение. Сейчас ручки в стороне. Максимально растягиваем позицию. Почувствуйте, пожалуйста, от затылка до пяток абсолютно вертикальное положение. Итак, первое движение, с которого мы начинаем, мы опускаемся в левое бедро. И вместе с нами, приготовились, мы переносим вес на правую ногу. Перенесли раз. Переносим вес на левую ногу. Два. Переносим вес на правую ногу. Раз. Очень несложно. Два. И каждый раз мы добавляем, мы садимся в бедро. Раз. Два. Отлично. Раз. Два. Очень хорошо. Самое главное, Ирин, как ты думаешь, что должно быть? Ритм. Нет. Выпрямление колена. Нет. Ни одна партнерша еще не угадала, что же самое главное в танцах. Может быть, это улыбка? Бинго! Ты угадала! Это правда так. Пожалуйста, все хорошо, но самое главное, улыбаемся. Буквально несколько слов, почему руки в сторону. В танце мы не будем так держать нашу позицию, а сейчас она нам необходима для того, чтобы разделить верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть сейчас у нас находится в покое, а нижняя часть вместе с этим движением постоянно скручивается. Пробуем. И раз. Обратите внимание, верхняя часть в покое. Но обратите внимание сейчас не на верхнюю часть, а на нижнюю часть, которая очень активно двигается. И раз, два. И раз, два. Переходим к следующему. Движение будет таким же, и сейчас по этому принципу мы почувствуем ритм как раз танца ча-ча-ча. У нас 4 счета. Раз, два, три. Но вместо четвертого мы его делим на два. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Попробуем станцевать это упражнение, то, что мы сейчас сделали, как раз вот в этом ритме. Приготовились? В ритме ча-ча-ча мы делаем. Раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Быстро-быстро встать. Два, три. Ну что, друзья, а теперь попробуем это основное ощущение и вот это движение станцевать под музыку. Увидимся на следующем уроке. Нас ожидают много новых связок и интересных вариаций.